Театральная жизнь Казани в последние годы радует жителей города своим разнообразием. Традиционные академические театры здесь соседствуют с камерными творческими лабораториями. Большие оперные и балетные премьеры с поднимающим голову молодежным театром всех мастей. В то же время свою деятельность разворачивают несколько сезонных, регулярных и нерегулярных театральных лабораторий, таких как «Свияжск-Артель» или «Город-Артподготовка», в ходе которых друг с другом сталкиваются профессионалы, любители и учащиеся театральных и нетеатральных вузов. И что самое интересное, они находят общий язык. Театр несет какую-то очень важную, вносит очень важную ноту в работу над развитием аудитории, над развитием общества, над развитием каких-то связей внутри общества, потому что театр – это социальное искусство. Театр всегда, в театре встречаются и богатые, и бедные, и старик, и юноша, и больной, и здоровый. Театр открытый для всех. День театра – это не только праздник, но, как правило, еще и повод подвести какие-то итоги и наградить самых достойных представителей своей профессии. В каждом регионе России, в каждой области сегодня подводят итоги, награждают победителей, тех, кто в течение года как-то активно наиболее показал себя. У нас в этот день традиционно уже 10-й год, 9-й год проходит Республиканская театральная премия «Тантана. Триумф». И сегодня в 7 часов начнется оглашение результатов работы комиссии. Казанский федеральный университет не отстает от культурной жизни города. 13 апреля театральная студия «Всесвободный» Института международных отношений КФУ проводит театральный фестиваль под названием «Без билета». Цель фестиваля – познакомить студентов и жителей города с интересным и актуальным театральным искусством. Театральный фестиваль «Без билета» он проводится впервые в Казанском федеральном университете. Это наш авторский творческий проект. Мы долго о нем думали, долго размышляли, что именно вам представить. Непосредственно будут представлены 6 спектаклей, режиссерами которых будут студенты Казанского федерального университета сами по себе. Это будет очень творческая, очень интересная тусовка. Советую вам приходить, будет очень клево и интересно. Всю подробную информацию о фестивале «Без билета», включая расписание и тизеры готовящихся спектаклей, можно найти в одноименной группе ВКонтакте. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универ Ньюс.